Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор заказов Faberlic с VIP-новинками. Много интересного, новая посуда. Заказ на 100 баллов. Итак, поехали. У нас с вами заказ по 11 каталогу. Здесь VIP-новинки 12. Я хочу начать с помадки. А потом прям сразу будем с вами смотреть посуду. Так, помада для губ, девчонки. Так. Glam Team. Господи, как она называется? Ну, в общем, матовая по артикулу. Посмотрите. Артикул 409.94. Violet Kiss. Забыла, девчонки. Они почему-то на коробке не пишут. Они пишут просто Glam Team. Помада. А, Soft Nude. Вот, Soft Nude. Все, нашла. Вот так выглядит флакончик. Практически у всех флакончиков. Faberlic сейчас магнитные колпачки. Вот они, два магнита, и здесь же они на колпачке. Это очень удобно. Достаточно удобно. Заказала себе интересный такой оттенок. Он на самом деле интересный. Не знаю, как вот, смотрите. Такой достаточно темный, насыщенный нюд по типу пыльной розы. На губы на мои не ориентируйтесь, потому что у меня татуаж. Лучше на сводчик. Сейчас начнем с вами с помадки. У меня такой еще не было. Захотелось вот что-то понасыщеннее. Бледные надоели. Чувствуется приближение осени. Ой, она классная. Она не рыжит, она не уходит в лиловый. Даже не знаю, как вам оттенок написать, описать. Коричнево. Но он классный. Камера вам почему-то делает его более красным. Немножко он поспокойнее. Но, знаете, мне кажется, это такой универсальный цвет, который подойдет абсолютно всем. А сама по себе вот эта помада... Soft Nude. У меня уже оттенки другие есть, она классная. Она очень мягкая, она при нанесении как бархат, она ложится на губки, прям вот, несмотря на то, что матовый финиш, она безумно-безумно нежная и совсем не сушит. Сейчас попробуем немножко за края выйти. В принципе, с ней можно поиграться, и она не требует карандаша. Можно эффект зацелованных губ сделать, можно немножечко выехать за контур, вот что я сейчас, собственно говоря, и сделала. Красивый оттенок, мне кажется, безумно круто подчеркнет синие, голубые глазки. Прям вообще классно. Ну и мне тоже неплохо, я думаю. Так, сейчас я вам просвочу. Такой, даже вот не знаю, как описать оттенок. Темный нюд. Вот, в принципе, сводч вам камера передает правильно. Такой вот какой-то темный нюд, без розовизны, без лилового оттенка. Мне нравится. Вот да, что-то подобное я и хотела, потому что нету. Вроде губки подчеркнули, но в то же время и не сильно ярко, и не бледно. Красиво. Мне нравится. Так, поехали дальше. Давайте теперь с посудой разбираться. Долго смотрела, долго думала, заказывать, не заказывать, решила начать с кастрюли. Решила начать с кастрюли, и пока она у меня день лежала в корзине, кастрюли разобрали, девочки. Поэтому посуду разбирают быстро, если давно хотелось, то берите. Небюджетная цена, небюджетная. Есть хорошая посуда дешевле, но прям вот все нахваливали, я решила взять. Остались сковородки, взяла сковороду. Вот так она приходит упакована в пупырке. Так, это у меня сковорода и артикул, я ее вам пока не скажу. Сейчас, не в пупырке, девчонки, просто пленка перемотанная. Ввела вас в заблуждение. Много-много пленки, которые я сейчас буду долго-долго разматывать. Размотала. Вот так выглядит коробочка. Сковорода 24 сантиметра, глубокая сковорода из нержавеющей стали, крышка в комплекте. Крышки так приходят красиво, в чехольчике должны быть, по крайней мере. Высокотехнологичная посуда, тройное термоаккумулирующее дно для всех видов плит. Я сделаю подробнейший обзор на эту сковороду отдельный, где мы будем с вами готовить на ней, потому что, ну, не бюджетно, и я думаю, вам интересно знать, стоит оно того или нет. Перед первым использованием вымойте изделие горячей водой с моющим средством, ополосните, протрите насухо. Так, для очистки не используем острые металлические предметы, моющие средства, содержащие абразивные добавки, но это все понятно. Кислоты щелочи нельзя использовать, хлор и аммиак. Рекомендуется готовить при небольшом или среднем нагреве. Не оставляйте пустую посуду на горячей плите на длительное время, это понятно. Избегайте перепаду температуры, это понятно. Пользуйтесь конфоркой с меньшим или равным диаметром дна посуды. Для приготовления на газовой плите следите, чтобы языки пламени нагревали только дно, не попадая за стенки. То есть, если у нас очень большая конфорка на газовой плите, то на ней мы не готовим, готовим на маленькой. Так, открываем
Она подходит для всех видов плит, насколько я знаю. Но у меня нет возможности, допустим, протестировать на индукционной, потому что у меня газовая. Открыла. Давайте вместе с вами смотреть, что у нас здесь. Сверху инструкция, причем достаточно большая. Вся коллекция посуды, судя по всему, больше не будет. Сковорода будет только одна. Других размеров не будет, насколько я понимаю. Иначе она была бы в инструкции. То есть у нас две кастрюльки, ковшик и одна сковорода. Ну, такого достаточно универсального размера, 24 сантиметра. Хотя, ну, как бы, у меня для семьи из 4 человек я люблю больше 28. Но она глубокая, поэтому много влезет. Крышка как приходит. Вот такая вот штучка вокруг, чтобы во время транспортировки ничего не побили. Обычная совершенно крышка. Причем, смотрите, она не выпуклая, а плоская. Вот у меня все крышки, они немножко такие выпуклые, да, здесь она плоская. Вот эта штучка такая вот классная. Не знаю, как назвать, как прорезиненная сверху. Обычная крышка, крышка как крышка. Ну и, собственно говоря, сама сковорода, она переложена с двух сторон, была поролоном тоже, чтобы, я так думаю, во время транспортировки ничего не повредили, и в пакетике. Давайте смотреть. Она очень тяжелая. Я вам хочу сказать, вот сейчас у меня стоит на плите посуда из магнита, она чуть полегче, которая по купончикам, там, помните, по магнитикам были. Она чуть полегче. Она достаточно тяжелая, прям такая вот увесистая, аж рука падает вниз. А здесь есть у нас с вами деление 1 литр и 2 литра на самой сковороде внутри. А ручка вот эта, это очень удобно. Это на самом деле удобно. Вот здесь маркировка 24 есть. А ручка выглядит вот так, и по сути ее можно открутить, допустим, если вы хотите. Что, если вы хотите? Готовить в духовке, не знаю, навряд ли в ней, наверное, можно готовить в духовке, я очень сильно сомневаюсь. Ну вот если открутить вот эти ручки, да, и попробовать готовить в ней в духовке, сомневаюсь, надо будет инструкцию почитать, потом в подробном обзоре покажу. Ручка не очень аккуратно сделана, видите, от нее вот здесь вот вмятины, вот от этой самой ручки на внутренней стороне вот такие вот вмятинки, они такие коричневатые, надеюсь, это не повлияет никак на готовку и так далее. Ну, то же самое, в принципе, и здесь. Наверное, по-другому просто никак. Такие вот, видите, вмятинки. Тяжелое, тяжелое, тяжелое дно. Вот это оно действительно толстое. Смотрите, какое оно действительно толстое. Выглядит оно вот так. Тут все написано, промаркировано. Faberlic Home. И нету, слава богу, никаких больше выемок. Но вот это вот дело я тоже не люблю, потому что оно хуже всего отмывается. Вот тут гладенько, вот тут гладенько, вроде как полосы, но в них ничего попадать не будет. Вот здесь гладенько, вот это вообще зачет. Вот эту надпись бы еще совсем убрать не надо, сделайте на ручке, там еще где-то. Да и вот на сковороде написано Faberlic Home, потому что вот это потом плохо отмывается. Смотрите, я трогаю сковороду, на ней остаются отпечатки пальцев, так интересно. Прям вот их очень сильно видно. Ну что, а в подробном обзоре тогда будем с вами пробовать и готовить на ней. Подходит она для любых видов плит, индукционных. Здесь это все прописано. Так классно. Классная, тяжелая ручка, удобная. Здесь, кстати, вот чтобы рука не скользила, три такие полосочки есть. Достаточно удобная. Если вот так кому-нибудь шмякнуть, мало не покажется. Поехали дальше. Взяла по купонам. В этот раз потратила все, у меня их было 10, потому что был полный балл, и заказы делались очень выгодными в плане балла и суммы. Вот все, что я вам здесь покажу, это все на 100 баллов. Вот так в пакете мне отдельно положили БАДы. Именно БАДы я взяла по купонам, потому что много чего было нужно. К сожалению, не все БАДы были представлены. Не все БАДы можно было взять по купонам, но очень многие, в том числе и Wellness. Что взяла, девчонки? Витамин D3 себе и детям. Я думаю, уже Крестюшке начну осенью давать. Он с 3, но ей 2,5 практически осенью будет. Нормально, я думаю. Если ей понравится, зайдет, буду давать. Это рыбки. Придется куда-то капать. Посмотрю. Потому что рыбки в обратной связи мне сказали, можно разламывать и добавлять в еду. А вот не D3, а другие детские витамины, малиновые, девчонки, вот эти, которые дети не очень любят. Ну, допустим, вот моя Ксюшка не любит их, ей не нравится вкус, хотя по мне он фруктовый, классный, здоровский. Их вот нельзя как раз разламывать, их нужно глотать целиком. Так, детский D3 157,78 и взрослый D3 себе взяла, осенью начну. Тык-тык-тык-тык-тык, 157,77. Некоторые пьют на постоянной основе, я летом все равно делаю перерыв. Летом организм должен отдыхать, и тем более от БАДа. А, вот омега. Омега Kids с глицином детская, и омегу взяла Forte взрослый. Все-таки рекомендуют не 3,6,9 принимать, а Forte.
Так, артикул взрослой омеги, девчонки, 157,79, артикул детской омеги 157,80. И здесь вот уже как раз такие малиновые витаминки, тоже с 3 лет, тоже начну давать Крестюшке, наверное, посмотрим, как она воспримет все это дело, будет пить или не будет. Дальше, взяла себе коэнзим Q10, тоже все по купонам, 157,96, нравится этот БАД, вообще его тоже рекомендуют на постоянной основе пить, за здоровье, за молодость, коэнзим отвечает за очень много, какие классные штуки. И повторила, хотя не допила еще первую баночку, лецитин. Тоже по купону его взяла, потому что почистить печень – это очень круто. Это именно для печени БАД. Артикул его 158.10. Так, дальше. Впереди у нас с вами осень. Тоже в отдельный пакетик мне положили травяные сборы. Самые мои любимые травяные сборы – это иммунити и бронха. Вот если заболеваете, если заболевает ребенок, прям в одной кружечке я, допустим, Ксюшке делаю пакетик бронха, пакетик иммунити. И если на самом начальном этапе все это сделать, плюс еще там живицу подавать, цитрактив, то вообще за один день можно все это дело прекратить, болезнь не разрастется и так далее. Потрясающие вот эти сборы, рабочие, проверено уже просто не первый год. Артикул 157.70 иммунити. И артикул 156-69 бронха. Здесь 20 пакетиков, обычные такие пакетики, без веревочки, без ничего. Завариваете, пьете и наслаждаетесь. Все работает. Иммунити, кстати, очень вкусненький. Бронха мне не очень нравится по вкусу, а иммунити вкусненький. Когда их два завариваешь, получается нормально, все терпимо. Целых 3 пачки листового порошка, девчонки, взяла по VIP-программе, то есть со скидкой 70%, по 300 рублей он выходит. Еще за программу Faberlic Drive тоже давали скидку до 1 продукт, 70% скидка, тоже за 300 рублей. В общем, целых 3 пачки взяла. Мне нравится, по мне он отстирывает лучше, чем сыпучий порошок, но смотрю, девчонки в комментариях писали, что у них вот наоборот. Ну, у кого как. Меня он полностью устраивает, за 300 рублей нормально. Иногда кладу пол пластинки, когда нужно что-то освежить, нет никаких пятен, разрываю прям половинку, кладу. Когда есть какие-то там сильные пятна, то целую. 308,43 артикул. Запас большой, прям вот большой, огромный. Так, дальше новинки. 12-го каталога, дезодорант, новый аромат выходит, Айдео. Вот такой вот интересный формат, 48 часов они обещают. Здесь какой-то другой распылитель. Смотрите, видите какой? О, это женский дезодорант, 6800 артикул, антипреспирант. Так, и чем он у нас тут пахнет? Ну ничего, дарит ощущение свежести и комфорта, ничего такого не написано, потом в каталоге тогда посмотрите. На розовый похож по одушке. Такая, она такая пудровая. Одушка пудровая. Я не очень люблю эти дейзики, но иногда вот взял, побрызгался, пошел, нежели там стоишь, мажешься шариковым или твердым. Имеют место быть. Это пудровый аромат. Прям пудровый-пудровый такой сладенький, но не приторный. На Дионику похож. Вот прям похож аромат на Дионику, на дейзики. На них тоже эффект пудры, по-моему, как-то так они называются. Вот прям очень похож. Думаю, что-то знакомое. От них облако удушающее, вот почему не люблю. То есть распыляешь на одну подмышечную впадину, на вторую, и у тебя вся квартира, и некоторые могут задыхаться просто. Не очень комфортно. Так, дальше. Влажная туалетная бумага в количестве 1 штука, детская. Все любят. Здесь 40 листов, она смываемая, 304,01 артикул. Губочку повторила, потому что это прям мой must-have. Чистить раковину можно без каких-либо средств. Налет от воды убирает на раз-два. И поверхности тоже не повреждает. Жесткая, но в меру. Артикул 910-434. Классные губки, вообще супер. Так, средства для мытья посуды, чтобы все в пакетике прям кладут, вообще с ума сойти. Это яблочко у нас ароматненькое. Я разные беру, потому что один какой-то поднаедает. У меня эффект соды, по-моему, последний был. Сейчас вот будет яблочко. Кстати, яблоко густое пришло. Раньше яблоко самое жидкое было. Прям густое-густое, даже не вижу, как переливается. Артикул 394. Средства Faberlic для мытья посуды меня устраивают полностью. Менять ни на что не хочу. И в холодной воде отмывают прекрасно. И все с ними замечательно. Кто-то их разбавляет, кто-то не разбавляет. Я не разбавляю. У меня сейчас дозатор такой стоит, на который губочка кладется. И выходит оттуда гель на губку сразу и моешь. Раньше, я помню, разбавляла 1:3. Но средство быстро надоедает, я имею в виду аромат. Хочется взять что-нибудь новенькое, особенно когда новинки появляются и так далее. Поэтому сейчас не разбавляю. И так хватает на очень долго. Так, взяла девчонкам вот такую вот пену для ванн, которая меняет цвет. Она действительно меняет цвет. Это линейка Ума 3+, 28,82 артикул. Она в тюбике. Такая прозрачная, гелевая, желтая, практически как тюбик цветом. А становится такая сине-зеленая.
когда смешивается с водой. Ксюшке взяла, по-моему, тоже по купону. Dream Therapy ее любимый спрей. Она его просто обожает. Артикул 2559. Прям вот не может без него засыпать. Обязательно ей надо в комнате распылить. Ей очень нравится этот аромат. Так, еще по купону. Что взяла я, девочки? Вот что я взяла. Я взяла ICU. Наконец-то дошли руки. Запаслась уходом на осень, так сказать. Гель-трансформер. Потому что я его никогда не пробовала. С этим обилием новинок и так далее. У меня так руки до него и не дошли. Но многие хвалят. Я взяла вот себе на осень гель-трансформер для лица. Артикул 0875. Будем пробовать, будем смотреть. Многие девчонки прям хвалят, говорят, прям потрясающая вещь. Я обязательно потом в Дзене пост напишу, как попробую, как следует. Разношу, напишу. Так, корректор глубоких морщин. Я брала шприц другой. Работает очень хорошо, заполняет морщинки. Есть накопительный эффект, заполняет в течение дня. То есть, если вы вечером пришли, умылись, смыли с себя все, в том числе и крем дневной, вот этот вот шприц, да, морщинка опять на месте. А так вот заполняет, ну, если вам, допустим, куда-то надо, вы делаете какой-то вечерний макияж, на встречу выпускников там идете или еще куда-нибудь на банкет. Прям шприцом себе все так чпок-чпок-чпок, макияж нанесли, пошла такая молодуха красотка. А вот этот вот корректор глубоких морщин, по-моему, я не пробовала. И мне захотелось взять на осень артикул 330-71. Вот так выглядят эти шприцы. Их хватает достаточно надолго. Здесь два колпачка. Первый такой, второй вот такой. Нажимаете, как на шприц. Средство выходит и наносите точечно на лицо. Хотите на все лицо, вообще как хотите. Дальше новинки, девчонки, сыворотка Блум вышла. Вот такая она малышка оказалась на самом деле. Она почитала в карточке товара, для любого возраста подходит. То есть здесь прям природные компоненты, цветочки там какие-то, еще что-то. Анти-эйдж эффект здесь есть. Биокапсулы молодости с активными клетками Эдельвейса, которые способствуют проникновению вот активных растительных компонентов этой сыворотки в глубокий слой кожи и борются именно с той проблемой, которая есть конкретно у вас. Вот так написано в карточке товара. Очень интересно, на самом деле. Мне вообще уходовая линейка Блум не нравится. Мне не подходит. Я не вижу ни эффекта. Для меня она как вода. Но сыворотку попробовать очень интересно. 0,9,95 артикул. А здесь 30 мл. Приходит она зафольгированная. Сейчас так хотя бы по первым впечатлениям. В общем, я уходом запаслась. Мне теперь на осень хватит. Сначала такая вот белесая, плотненькая. При распределении, ну, она достаточно плотная, слушайте, не водичка, прям не тает на коже, я ощущаю от нее питание. Пахнет вкусненько цветочками какими-то. Цветочками, цитрусами почему-то мне пахнет. Цитрус здесь чувствую. Она такая плотненькая, она у меня даже что-то на руке прям скатывается. При распределении, прям плотненькая-плотненькая. И питает, и увлажняет очень хорошо. Цитрус больше, да, выходит как-то на первый план, но мне цитрус. Вкусненько. Не сильно бьет в нос, но цитрус. Знаете, похож немножечко даже на серию вербена. Мицеллярка, вот где лимонник у нас с вами, аромат лимонника. Такой вот похож. Слушайте, ручка разгладилась моментально. Пока мне понравилось. Я бы даже сывороткой не назвала, как полноценный крем распределяется, не знаю. Прям плотный-плотный такой продукт. И рука сразу напитанная. Но никакого блеска лишнего, излишнего на руке нет. Но это на руке. Будем пробовать на лице в следующем ролике. Все с вами подробно потестируем. У нас обновилась линейка для рук по уходу за руками. И все 4 средства я приобрела. Мне все приходят запечатанные. Тонкая шлифовка. Скраб для рук. Сниму отдельный ролик тоже на эту серию. Всю процедуру с вами проделаем и посмотрим, как эффект. 13,95. Это шаг второй. А шаг первый где? Так, вот шаг первый. Это химический пилинг, гель для рук. Химический пилинг, прям представляете? Вот так он выглядит. Это шаг первый, артикул 13,94. Значит, мы наносим начищенную влажную кожу рук, ждем 7-10 минут. По необходимости 15-20 минут смываем, переходим к шагу 2. Вот так вот. А шаг 2 у нас, собственно говоря, ну, бразия какая-то. Тонкая шлифовка, скраб для рук. Слушайте, как для лица практически серию сделали. У нас с вами, значит, наносим, массируем, ну, все понятно, 13,95. Значит, раз в неделю вот так вот за ручками, потому что ручки, декольте, они стареют быстро тоже, за ними надо ухаживать. Вот лицо можно долго продержать в идеальном состоянии, если тщательно следить, да? Ну, не в идеальном, а в подтянутом, не соответствует как бы своим годам в паспорте. А вот про ручки забывают многие. Смотришь, прям такие руки морщинистые, неухоженные. Вот будем ухаживать за ними.
Ну и третий шаг, у нас их с вами три, два, это жидкая перчатка, и тут шаг 3 написано, и тут, и формула омоложения. У нас эти кремы уже для рук были, они, наверное, вот просто ребрендинг, новая упаковка. 13,96, 13,97 артикул. Все будем с вами делать, все подробно расскажу, покажу. Так, и каталог пришел, собственно говоря, 12-й, здесь вот эта серия для рук и представлена. А, будет классный подарок для новичков, 500 рублей, да, 500 рублей же. А, сделайте заказ, да, 500 рублей для оплаты следующего заказа. Это классно, денежные акции, я знаю, многие любят и ждут. Так, на этом все, мои хорошие, ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Надеюсь, вам было интересно и полезно, если так, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, всех люблю, целую, всем пока-пока.